под государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Смирно! Для встречи слева! На край! Ул! На Дворцовую площадь вносится государственный флаг Российской Федерации и символ победы советского народа в Великой Отечественной войне. Легендарное Знамя Победы. 72 года прошло с того памятного дня, когда разведчики 150-й стрелковой дивизии сержант Михаил Егоров и младший сержант Милтон Кантария выгрузили штурмовой флаг над поверженным Рейхстагом. Пробитые пулями, обогренные кровью, красное знамя стало священной реликвией. Знамя Победы временно передается из рук фронтовиков сыновьям, внукам и правнукам. Высокая честь нести обилие ратной славы знамена предоставлена лучшим военнослужащим роты почетного караула батальонной охраны 1-й гвардейской Севастопольской бригады управления Западного военного округа. Дворцовая площадь. Сколько чувств отзовется при ее упоминании в каждом русском сердце. Громады Эрмитажа и главного штаба видели дни торжеств и суровых испытаний. Они провожали на битву и встречались с победой русское воинство. И сегодня, верные священной памяти, мы собрались здесь, чтобы отметить День Великой Победы над самым злейшим врагом человеческой цивилизации – гитлеровским фашизмом. 1418 огненных дней ковалась наша победа. На земле и в небе, на морях и в горах, в партизанских кучах и заголянных сопках, в смертельной схватке зажлись два мира, две идеологии. Для советского народа это была отечественная война и, по сути своей, великая. Народ вел ее во имя спасения от фашизма своей Родины и всего человечества. Навечно останется в памяти народа 900 дней и ночей страшной блокады Ленинграда и бессмертный подвиг его защитников. Это бойцы и командиры Ленинградского и Волховского фронтов, моряки-балтийцы, бойцы противовоздушной обороны, дивизии народного ополчения из рабочих и интеллигенции, жители Ленинграда, которые в неимоверно тяжелых условиях выстояли и победили. Вольно!
Смирно! Для встречи слева! На край! Ух! Парад Победы принимает командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Валерьевич Картополов. Командует парадом начальник штаба, первый заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Виктор Борисович Остапов. Товарищ командующий, войска Санкт-Петербургского гарнизона для парада во знаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом генерал-лейтенант Остапов. Застыли в парадном строю более 4000 военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона всех видов и родов войск вооруженных сил Российской Федерации. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! Ура! Командующий войсками Западного военного округа объезжает парадный строй и поздравляет военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона с 72-й годовщиной Великой Победы! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! В военном параде принимают участие более 100 единиц военной техники и летательных аппаратов, а также парадные расчеты войск других силовых ведомств. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал-полковник! Поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! Впервые в истории проведения военных парадов в Санкт-Петербурге над Дворцовой площадью пройдет парадный строй авиации Западного военного округа. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас! 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! Войска военного округа. На вооружение поступают новейшие образцы военной и специальной техники, самолеты и вертолеты, подводные и надводные корабли различного назначения. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Дворцовая площадь, главная площадь северной столицы, центр проведения основных государственных мероприятий Санкт-Петербурга. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Отсюда уходили в ратные походы чудо-богатыри Суворова и Кутузова, бойцы Красной Армии, советские войска, чтобы защитить город на Неве от врагов. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Командующий войсками Западного военного округа приветствовал парадные расчеты войск военного округа, военных академий Министерства обороны Российской Федерации, Национальной гвардии Северо-Западного округа, МЧС России, суворовцев, кадетов и самых юных участников парада юнармейцев. В парадном строю внуки и правнуки поколения победителей. Те, кто выбрал почетную и важную профессию – защищать Родину. Музыкальное сопровождение военного парада обеспечивает сводный военный оркестр. В годы войны музыка военных оркестров звала людей на подвиг, поднимала их моральный дух. Горела земля и камни, плавился металл, но бойцы и командиры под аккорды песен «Священная война» и «Ладога» громили врага и гнали его до самого Берлина. Сегодня знамена победителей в надежных руках. Солдаты и офицеры свято хранят и приумножают боевые традиции, профессионально и самоотверженно выполняют свой воинский долг, надежно защищают наше Отечество. Вольно! Вольно! Дорогие ветераны, уважаемые жители города Ниневе и его гости, защитники Ленинграда и те, кто пережил блокаду, товарищи солдаты и сержанты, матросы и старшины, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы, с торжеством, в котором слились воедино радость, память и скорбь. 9 мая – это наша гордость, государственный и в то же время очень личный, семейный праздник. Годы, которые прошли, с той поры не могут стереть из памяти мужество, доблесть и героизм наших отцов, дедов и прадедов. Именно они смогли одолеть, сокрушить и уничтожить гитлеровский фашизм. Великая Отечественная война навсегда останется священным подвигом нашего народа, призывом жить по совести, держать высоту правды и справедливости и передавать эти ценности от поколения к поколению. Советский Союз принял на себя самые жестокие удары. Именно сюда были стянуты отборные группировки врага и сосредоточена вся его военная мощь. Здесь проходили крупнейшие по количеству войск и техники решающие битвы этой войны. И закономерно, что именно Красная Армия в результате сокрушительного штурма Берлина поставила победную точку в войне с гитлеровской Германией.
Наши отцы, деды и прадеды пережили невыносимые страдания, лишения и утраты. Работали на износ, на пределе человеческих сил. Воевали, не щадя своей крови и самой жизни, и показали истинные примеры благородства и подлинного патриотизма. А сейчас в едином парадном строю уже внуки и правнуки поколения победителей. День Победы – наш общий праздник, ведь Великая Отечественная война была битвой за будущее всего человечества. Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж отчизны, кто погиб в жестоких боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, кто умер от голода и холода в непокоренном Ленинграде, был замучен в концлагерях, в плену и в оккупации. Нас объединяют глубокие, пронзительные чувства к нашему старшему поколению. Сегодня мы сердечно благодарим тех, кто в строю, кто рядом с нами, и не скрываем при этом ни своей гордости, ни своих слез. Мы склоняем головы перед памятью всех, кто не вернулся с войны, всех, кого уже с нами нет. Объявляется минута молчания. Эта война стала целой эпохой для нашей страны. Эпохой мужества и отваги, тяжелейших испытаний и героических потерь, светлых надежд и беспредельной веры в победу. Великая победа навсегда останется славной исторической вершиной для нашей Родины. Уважаемые товарищи, мир на планете не утверждается сам по себе. Его нужно хранить и защищать. И это обязанность уже нынешнего поколения защитников Отечества, которые готовы обеспечить территориальную целостность и суверенитет страны, гарантировать российскому народу мир и безопасность, возможность спокойно трудиться на благо великой России. Солдаты и командиры Западного военного округа наглядно доказали, что они достойны героев Великой Отечественной. Мужественно и профессионально отстаивают национальные интересы России на западных рубежах. Уверен, что сегодня ветераны гордятся своими внуками и правнуками. Они их не подводят и всегда будут держать равнение на великую победу, на подвиг доблестного поколения победителей. С праздником! С Днем Великой Победы! Ура!
Торжественному маршу! О, батальонная! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо, остальные направ! На плечо! Чу! Равнение направо! Шагаем! Марш! По сложившейся традиции открывает военный парад сводный расчет юных барабанщиков Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Юные музыканты задают темп и ритм движения парадных расчетов. В строю идут воспитанники, которые гордо несут высокое звание «Кронштадтский кадет». Юные наследники адмиралов Лазарева и Ушакова свято чтут и приумножают традиции российского флота. Проходят знаменные группы с государственным флагом Российской Федерации, знаменем Победы и флагом Вооруженных сил Российской Федерации. Знаменные группы сопровождает почетный караул трех видов вооруженных сил: сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота. В едином строю офицеры объединенного стратегического командования Западного военного округа. Военный округ, сформированный в 2010 году, предназначен для защиты западных границ Российской Федерации. Он стал надежным гарантом мира и стабильности государства. Войска военного округа дислоцируются в административных границах трех федеральных округов на территории 26 субъектов Российской Федерации. На площадь вступают парадные расчеты Михайловской ордена Ленина, краснознаменной ордена Жукова, военной артиллерийской академии. Именно они огнем своих батарей и дивизионов взламывали оборону врага, вставали на прямую наводку перед бронированными лавинами фашистской техники, наводили на врага панику залпами легендарных «Катюш». Кузница кадров ракетных войск и артиллерии явила миру 95 героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы, всех героев Российской Федерации. На марше парадные расчеты одного из прославленных военно-учебных заведений Российской Армии, военной Ордена Ленина Краснознаменной Академии Связи имени маршала Советского Союза Буденного. В сложнейших условиях войны, в ходе победоносных наступательных операций Красной Армии, действуя в зафронтовых разведывательных отрядах, они обеспечили бесперебойное управление войсками и своевременную передачу важнейшей информации. Среди выпускников Академии 14 героев Советского Союза, 4 героя социалистического труда, 2 героя России. В парадном строю слушатели и курсанты Ордена Ленина Военной Академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Крулева, подвоз боеприпасов и горючего, организация снабжения, дорога жизни в осажденный Ленинград, восстановление поврежденной техники – это далеко не полный перечень заслуг ремонтно-восстановительных частей и частей материала.
технического обеспечения. В годы войны воины-железнодорожники внесли огромный вклад в бесперебойную доставку техники и материальных средств для нужд фронта. Тысячи километров восстановленных железных дорог и мостов, мероприятия по их техническому прикрытию, порты и причалы, военно-морские базы, построенные под огнем врага, заглубленные командные пункты, космодромы Плесецк и Байконур, вот детище военно-инженерно-технического института. 121 выпускник Академии стали героями Советского Союза и социалистического труда. Сколько раненых в битвах лепит в том кровавом аду медсанбатов, отбивали у смерти люди в белых халатах. Перед нами проходят слушатели уникального военно-учебного заведения ордена Ленина Краснознаменной военно-медицинской академии имени Кирова. Хирурги, терапевты, анестезиологи, реаниматологи, фельдшеры, санитарные инструкторы, санитары-носильщики оперировали, перевязывали, выносили из-под огня и возвращали в строй сотни тысяч бойцов и командиров, которые продолжали борьбу с ненавистным врагом. Торжественным маршем проходит сводный парадный строй дважды Краснознаменного военного института физической культуры. Стремительные рейды лыжников и противников, подготовка снайперов и отрядов особого назначения для действий во вражеском тылу, сражение за Большой Кавказский хребет – вот вклад в великую победу прославленного вуза. По Дворцовой площади проходят хранители и наследники великих идей Циолковского и Королева, парадные расчеты Краснознаменной военно-космической академии имени Можайского. Академия является ведущим учебным заведением по подготовке уникальных военных специалистов ракетно-космического профиля. Современные военно-космические силы – это сложный организм, имеющий в своем составе космодромы, автоматизированные командно-измерительные комплексы, системы предупреждения ракетного нападения, мощнейшую спутниковую орбитальную группировку. Вот современный диапазон деятельности выпускников Академии. В парадном строю наследницы-защитницы ленинградского неба времен Великой Отечественной войны, военнослужащие женщины 6-й Ленинградской краснознаменной армии, военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, радиометристы, специалисты связи, медики наравне с мужчинами несут боевое дежурство, выполняют ответственные задачи командования, принимают участие в тактических учениях. На марше моряки военно-морского флота, наследники Петра Великого, адмиралов Ушакова и Нахимова, Крузенштерна и Кузнецова, в строю идут славные преемники традиций героев-подводников Лунина и Щедрина, героя катерника Шабалина, морских артиллеристов Подачевного и Космачева, морских летчиков Сыромятникова и Преображенского, морские офицеры и курсанты военного учебно-научного центра военно-морского флота, военно-морской орденов Ленина, Октябрьской революции и Ушакова, Академии имени адмирала флота Советского Союза Кузнецова. Навечно в памяти благодарных потомков останется атака века подводной лодки С-13 и ее командира, капитана третьего ранга Маринеско. На Дворцовой площади легендарная морская пехота. В парадном строю военнослужащие 336-й отдельной гвардейской, краснознаменные орденов Суворова первой степени Александра Невского, Белостокской бригады морской пехоты, дважды краснознаменного Балтийского флота. Десанты на Печенку и Киркинес, обороны Севастополя, Малая земля, вот далеко не полный перечень ратных подвигов морских пехотинцев. В парадном строю военнослужащие прославленной 138-й отдельной Красносельской ордена Ленина краснознаменной мотострелковой бригады. Воины соединения покрыли себя неубедаемой славой в боях на линии Маннергейма и Невском пятачке в прорыве кольца блокады Ленинграда. На Дворцовой площади военнослужащие отдельной бригады
специального назначения наследники легендарных разведчиков Великой Отечественной войны, героев Советского Союза Николая Потрохальцева и Ивана Банова золотыми буквами вписали свои имена в ратную историю России воины соединения, выполняя интернациональный долг и сражаясь с международным терроризмом. Перед трибунами парадный расчет Санкт-Петербургского военного института войск Национальной гвардии Российской Федерации. В годы войны в составе отрядов особого назначения они охраняли важные объекты и тылы действующей армии. Выпускники института войск Росгвардии свято стоят на страже законов и охраны общественного порядка. Среди выпускников 3 героя Советского Союза и 10 героев Российской Федерации. Чеканя шаг проходят воины 33-й ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. Защита города Ленинграда, организация снайперского движения, охрана ленинградской дороги и жизни – лишь немногие славные боевые дела военных-чекистов. На Дворцовой площади парадные расчеты Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел России. За годы своего существования университет выпустил более 25 тысяч первоклассных специалистов, из них 126 выпускников с золотой медалью. Выпускники университета всегда стоят на страже законности и правопорядка. На них возложена сложная и почетная обязанность по защите прав и законных интересов граждан Российской Федерации. На марше старейшее учебное заведение пожарно-спасательного профиля в России и Европе – Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России. Учебным заведением подготовлено более 30 тысяч специалистов, которых отличали не только высокие профессиональные знания, но и беспредельная преданность избранной профессии и верность присяге. Сегодня университет – лидер среди образовательных учреждений МЧС России. ВУЗ готовит специалистов в области пожарной безопасности, новых информационных технологий, психологии риска, судебной экспертизы, законодательного обеспечения и правового регулирования деятельности МЧС России. По площади идут юные моряки Кронштадта, кадеты первого в новейшей истории России морского кадетского военного корпуса. Кадеты принимают участие в дальних океанских походах на учебных кораблях военно-морского флота. Кронштадтский морской кадетский военный корпус награжден кубком главнокомандующего военно-морским флотом «Лучшее учебное заведение довузовской подготовки военно-морского флота». На Дворцовой площади парадный расчет Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса Министерства обороны Российской Федерации. Кадеты – отличники и спортсмены, будущие защитники Отечества, свято чтут рожденные в боях традиции, постоянно обучаясь новому, чтобы в будущем надежно обеспечить безопасность России. Перед трибунами парадный расчет Санкт-Петербургского Суворовского военного училища, одного из старейших в системе довузовской подготовки Министерства обороны России. Из его стен вышли выпускники, ставшие генералами, офицерами, общественно-политическими деятелями, которые прославили своими делами нашу страну. Впервые в истории проведения военных парадов завершает парад победы на Дворцовой площади сводный расчет Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», созданного в октябре 2015 года по инициативе министра обороны Российской Федерации. Движение является частью живой связи поколений и времен, которые объединяют организации, занимающиеся военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения, сохранением героической истории Великой России и подвигов ее народа. Сколько лет уж прошло с той поры, как горела земля под ногами. Многих нет ветеранов войны, но мы помним о них, они с нами.
Не померкнет их слава в сердцах, укрепляется память с годами. У народа жить будет в веках тот, кто бился жестоко с врагами. Великая Отечественная война была войной конструкторской и технической мысли самоотверженного и героического труда советских людей. На Дворцовой площади легендарный танк Т-34 – символ Великой Победы. На танке развивается боевое знамя 30-й отдельной танковой бригады, которая первой ворвалась через блокадное кольцо Ленинграда. Именно на нем герои-танкисты били хваленые немецкие тигры, пантеры и фердинанды. Перед трибуной проходят автомобили со знаменами видов вооруженных сил Российской Федерации, символизирующих боевую мощь нашей армии. На площади на автомобилях специального назначения «Тигр» военнослужащие бригады специального назначения Западного военного округа. В составе экипажей наследники отцов русского военного спецназа, героев Советского Союза Голицына и Карпова, чьи имена в годы войны наводили панику на врагов. Под ногами фашистов горела земля, летели под откос вражеские поезда, взрывались мосты, штабы и склады врага. В парадном строю новейшие бронеавтомобили «Тайфун-К» бригады специального назначения Западного военного округа. Машина представляет собой модуль на 16 человек с повышенной защищенностью и проходимостью. На площади экипажа легендарной 27-й Севастопольской гвардейской мотострелковой бригады на бронетранспортерах БТР-82А. Неувидаемой славой покрыли себя воины бригады в ходе боев по освобождению Севастополя. В послевоенный период солдаты и офицеры бригады беззаветно выполняли интернациональный долг в Республике Афганистан, принимали участие в боевых действиях на Северном Кавказе. В парадном строю танкисты 138-й гвардейской отдельной Красносельской ордена Ленина Краснознаменной мотострелковой бригады на новейших танках Т-72Б3. В ходе Великой Отечественной войны соединение участвовало в 18 наступательных операциях, освободило более 700 населенных пунктов, прошла с боями 1640 километров фронтовых дорог. Ни одно сражение, ни один бой любой войны не обходится без артиллерии. Трудно переоценить вклад артиллерии Ленинградского фронта и дважды краснознаменного Балтийского флота в оборону Ленинграда. Специально для борьбы с тяжелой артиллерией противника был организован контрбатарейный артиллерийский корпус. Только в первый день операции «Нева-2» по врагу было выпущено более 104 тысяч снарядов. Верховный главнокомандующий назвал артиллерию «богом войны». Свое грозное название она подтверждает и сегодня. На площади бронетранспортеры БТР-80. Эта боевая машина универсально проверена временем. БТР оснащен пуленепробиваемой броней, крупнокалиберным пулеметом, может перевозить до 8 мотострелков. В различных модификациях экспортируется в десятки стран мира. На Дворцовой площади самоходная артиллерийская установка «Нона». Комплекс предназначен для подавления живой силы противника, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления. Способен вести прицельный огонь без предварительной подготовки огневой позиции, что позволяет выполнять тактические маневры в самые короткие сроки. Под огнем сталинских органов, а так называли «катюши» фашисты, горели не только их полки и дивизии, горела земля. К трибунам приближаются наследники грозных «катюш» установки БМ-21 «Град»
25-й гвардейской Севастопольской краснознаменной отдельной мотострелковой бригады имени латышских стрелков. В дни войны и в послевоенный период артиллеристы прославленного полка писали немало славных дел в историю родного соединения. На марше парадный расчет одного из лучших артиллерийских соединений Западного военного округа. Гвардейской артиллерийской Келецко-Берлинской бригады, вооруженной современными 152-миллиметровыми самоходными гаубицами 2С-19 МСТА-С. На боевом знамени соединения награды Родины, ордена Богдана Хмельницкого, Кутузова, Александра Невского и Красной Звезды. За отличные боевые действия по овладению крупным административным центром Польши, городом Кельце, соединение получило почетное наименование «Келецкое». За героизм при овладении Берлина – «Берлинское». На площади буксируемая крупнокалиберная артиллерийская система «Гиацинт-Б», одна батарея которой способна за одну минуту обрушить на врага почти тонну снарядов, является самой мощной, самой большой и самой дальнобойной из всех систем своего калибра. Гаубицу можно применять во всех условиях современного боя. В годы Великой Отечественной войны воины-артиллеристы самоотверженно сражались на Невском пятачке, под Красным селом, в Прибалтике и завершили свой боевой поход, уничтожив войска гитлеровской группировки в Берлине. На площади уникальные оперативно-тактические комплексы «Искандер», внуки ленинградской легендарной «Катюши». Их представляют ракетчики 26-й краснознаменной Неманской орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригады. Абсолютно неуязвимые для любой системы противоракетной обороны, оперативные тактические комплексы «Искандер» способны поражать командные пункты, аэродромы, позиции артиллерии, скопления войск противника по всей оперативной глубине их расположения. Воины этой прославленной бригады отличились в ходе восточно-прусской наступательной операции. В парадном строю проходят современные зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» гвардейского ленинградского зенитного ракетного полка. Он предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения в любых условиях обстановки. Бессмертный подвиг в годы войны совершили воины войск противовоздушной обороны. Навечно останется в памяти народа выдающийся артиллерист-зенитчик, старший лейтенант Брышполец, возглавлявший послевоенные годы соединение противоракетной обороны Москвы. В современных условиях высокий уровень информационного обеспечения боевых действий войск становится определяющим условием достижения стратегического и оперативно-тактического превосходства над противником. Завершает прохождение парадных расчетов механизированной колонны мобильный комплекс связи бригады управления Западного военного округа. Современная боевая техника со времен войны стала маневреннее, проходимее и быстрее. Боевая мощь выросла в десятки и сотни раз. Сегодня в небе Санкт-Петербурга вы увидите воздушную составляющую военного парада, посвященного 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Thank you.
И как эти люди красивы, и как эти люди сильны. Военно-воздушные силы – особая гордость страны. В воздушном параде участвуют военнослужащие Ленинградской краснознаменной 6-й армии, военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, начавшего свой боевой путь от офицерской воздухоплавательной школы до грозного современного воздушного флота, оснащенного современными средствами управления, защиты и нападения. Ленинградское краснознаменное объединение военно-воздушных сил и противовоздушной обороны вступило в Великую Отечественную войну на западных рубежах Советского Союза трагическим летом 1941 года и закончив ее победой в поверженном Берлине. В парадном воздушном строю над Дворцовой площадью Санкт-Петербурга пройдут наследники легендарного летчика, аса Первой мировой войны, первым поднявшим в воздух крылатую машину поручика Прокофьева Северского, первого в мире летчика, совершившего воздушный таран, штабс-капитана Петра Нестерова, героев Великой Отечественной войны Александра Покрышкина, Ивана Кожедуба, Евгения Преображенского, Алексея Моресьева и почетного гражданина Санкт-Петербурга Василия Харитонова. Возглавляет крылатый строй рыцарь неба, самый большой и самый мощный транспортный вертолет в мире, вертолет Ми-26. Пилотирует вертолет-летчик первого класса Константин Эдуардович Скупкин. Вертолет способен транспортировать многострелковую и десантно-штурмовую роту со штатным вооружением, авто и броневую технику. За вертолетом Ми-26 следует четверка верных помощников частей и сил специального назначения, гвардейцев-десантников, морской пехоты и мотострелковых войск, неутомимые пахари войны и мира, военно-транспортные вертолеты Ми-8. Возглавляет звено вертолетов летчик первого класса майор Юрий Анатольевич Кучеров. Вертолет Ми-8 является одной из самых удачных разработок российской вертолетной школы. В небе Санкт-Петербурга вертолеты огневой поддержки К-52 возглавляет четверку летчик первого класса подполковник Дмитрий Евгеньевич Королев. Вертолетом Ми-8 в крылатом строю проследовали Ми-24, и теперь в небе вертолеты огневой поддержки К-52. В мирном небе культурной столицы самолет Ан-26. Он является легким военно-транспортным самолетом и предназначен для десантирования и транспортирования.
транспортировки личного состава. Пилотирует самолет летчик первого класса подполковник Андрей Валентинович Капичников. Вслед за самолетом Ан-26 мы увидим «Труженика неба», четырехмоторный военно-транспортный самолет Ан-12. Он зарекомендовал себя как надежный летательный аппарат, неприхотливый в обслуживании, предназначен для перевозки личного состава, грузов и военной техники. Пилотирует самолет Ан-12 летчик-снайпер, командир смешанного транспортного авиационного полка полковник Анатолий Анатольевич Кизьяков. Замыкает строй военно-транспортной авиации самолет Ту-134. Он является важной ветвью в отечественном гражданском авиастроении. Самолет пилотирует командир корабля, летчик первого класса майор Антон Юрьевич Кузьмичев. За самолетами военно-транспортной авиации над площадью пройдет пара всепогодных самолетов-разведчиков Су-24МР. Он предназначен для ведения всепогодной комплексной воздушной разведки войск противника. Самолет способен выполнять полеты в любых метеорологических условиях на предельно малых высотах, как в автоматическом, так и в ручном режиме управления. Ведущий пары самолетов Су-24МР, летчик первого класса, подполковник Михаил Вячеславович Иванов. Сменяет самолеты Су-24МР пара новейших многоцелевых авиационных комплексов пятого поколения, самолеты Су-35. Это самый грозный истребитель ВВС России. Самолет способен демонстрировать огромную скорость. Ведущий парой самолетов Су-35 летчик первого класса капитан Феликс Заирбекекович Дулаев. Су-35 сменяют многоцелевые фронтовые истребители МиГ-29 СМП, способные выполнять боевые задачи днем и ночью в любых метеоусловиях, способные поражать наземные, воздушные и морские цели. По своим летным и техническим характеристикам значительно превосходят зарубежные аналоги. Возглавляет группу истребителей летчик первого класса подполковник Сергей Сергеевич Косик. В майском небе проходят высокоскоростные машины, истребители, перехватчики дальнего радиуса действия, истребители МиГ-31. Это первые советские самолеты, способные вести бой с противником на любых высотах. Возглавляет четверку летчик первого класса подполковник Олег Викторович Заболотный. В едином монолитном строю идут самолеты-истребители Су-27. Это один из основных истребителей российских ВВС. Обладает великолепными характеристиками. На счету самолета несколько мировых рекордов. Возглавляет четверку истребителей Су-27 летчик первого класса подполковник Александр Викторович Король. И завершает парад великой победы над нашим прекрасным городом самолеты нового поколения Су-34. Это российский тактический истребительный бомбардировщик, предназначенный для нанесения высокоточных ударов по сухопутным и надводным целям. Авиаконструкторы говорят, что только красивые самолеты летают хорошо. И российские военно-воздушные силы – наглядное тому подтверждение. Нынешний парад победы в очередной раз показал, что боевые традиции, заложенные ветеранами Великой Отечественной войны, свято хранятся и приумножаются молодым поколением защитников Отечества. Сам парад является ярким свидетельством готовности войск Западного военного округа к выполнению поставленных задач.
победы. Огонь был от нас далек, как в костре по душам таял уголек. Были версты, обгорелые пыли, этот день мы приближали, как могли. Это день победы. Не смыкала наша родина чей. Ни ночи, ни утру, ни любви. Этот день мы приближали, как могли. Это день победы. Порохом врага. Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Это день победы. Порохом пропал. Погибшим быть бессменно на посту, им жить в названиях улиц и былинок, их подвигов святую красоту отобразят художники в картинах. Живым героев чтить, не забывать, их имена хранить в бессмертных списках, об их отваге всем напоминать и класть цветы подножьем обелисков. Парад победы завершен. Да здравствует 72-я годовщина Великой Победы! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Ура!